Добрый день, дорогие коллеги! Мы рады вас приветствовать на образовательном портале Ассоциации Сирано. Мы продолжаем наш курс вебинаров по перинатальной психологии. С нами наш приглашенный эксперт Елизавета Ивановна Суханова, клинический психолог Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня у нас очень непростая тема. К сожалению, бывают такие случаи, когда новорожденные малыши попадают в отделение интенсивной терапии, и тогда возникают вопросы правильной этичной коммуникации медицинских работников и родителей малышей. Елизавета Ивановна, поможете нам разобраться, с какими трудностями сталкиваются медицинские работники в случае, когда ребеночек попадает в аритм? Да, конечно, давайте поговорим об этой, ну, действительно непростой теме. И, наверное, хочется сказать о том, что, в принципе, работа в отделении детской реанимации очень эмоционально тяжелая. Это не всегда именно про само лечение, про какие-то реанимационные действия в отношении ребенка. Это очень много именно про коммуникацию с родителями, про вот сообщение каких-то новостей, про, в принципе, да, сам разговор, когда ребенок только попал туда, почему так произошло и так далее. И при том, что это, в принципе, уже само по себе тяжело, врачи соприкасаются с тем, что родители, ну, чаще всего абсолютно не готовы к тому, что ребенок там окажется. Да? Может быть, только в редких случаях, когда это уже паллиативный ребенок, и он уже проходил через это, да, родители более-менее адаптированы обычно в такой ситуации. Но чаще всего это непредвиденное событие, да, это может быть преждевременные роды, это может быть какое-то резкое ухудшение сразу после родов ребенка, это может быть и попадание из дома уже ребенка, да, с которым все было хорошо в отделении реанимации и так далее. И именно вот это вот шоковое состояние, оно, собственно говоря, и привносит достаточно много сложностей. То есть мы понимаем, что человек сейчас находится в состоянии, когда ему очень сложно взаимодействовать. В чем это выражается? Врачи должны быть готовы к тому, что при таком шоке могут быть нарушены в том числе когнитивные функции. То есть, условно говоря, анализ, синтез, переработка информации. Родителям сложно слушать и понимать, что им говорят. Да, не потому, что они не хотят или не потому, что они там не могут понять, да, ввиду каких-то своих умственных способностей. Это действительно такая работа нашей психики. Именно поэтому врачи нередко сталкиваются с тем, что родителям все объяснили, и они начинают задавать те же самые вопросы там, через час, через день и так далее. И врач не понимает, как же так, я вам все объяснил. И при этом пациент может говорить, нет, вы мне ничего не говорили, мне никто ничего не объяснил и так далее. Да, опять же, очень важно не принимать это на свой счет, что вот эти родители какие-то плохие вас лично не слушали. Это именно про вот эти вот особенности. В принципе, само острое шоковое состояние, острый стресс, да, так скажем, он имеет... чаще всего три варианта развития событий. И, проще говоря, их называют «бей, беги, замри». Соответственно, реакция «бей», как мы можем понять из названия, это попытка справиться с ситуацией каким-то нападением. Да, такие родители могут предъявлять какие-то требования, угрожать даже врачам, обвинять их в том, что происходит. Да, какие-то вот такие вот истории. Чрезмерно контролировать, там, грозить какими-нибудь связями или чем-то таким. И опять же, конечно, врачу очень это неприятно и непонятно, да, за что, почему вообще на меня так реагируют, как они вообще, почему они позволяют себе так со мной общаться. Но нам важно помнить, что это именно эмоциональная реакция. Человек, к сожалению, именно таким образом пытается справиться с тем, что произошло. И мы, в принципе, не выбираем, мы не можем контролировать, каким образом мы реагируем на стресс. Да? То есть обычно у человека есть какой-то ведущий, так скажем, способ, к которому он привык с этим стрессом справляться. Вариант «беги», да, это про попытку избежать ситуации. Такие родители могут как раз исчезать из коммуникации, не приходить к этому ребенку. Или игнорировать, да, делать вид, что все хорошо. То есть, ну, иногда вплоть до каких-то уже таких серьезных реакций, опять же, когда хорошо бы пригласить психолога, когда родителям объясняют, что ситуация очень тяжелая, что она не останется без последствий для ребенка. Да, но мама как будто этого не слышит, и в диалоге продолжает говорить так, что вот сейчас он поправится, мы выпишемся, и все у нас будет хорошо. То есть, да, вытеснение этой информации, либо прямое избегание этой информации. И вот реакция «замри», да, как раз
такое, да, вот самое классическое шоковое состояние, когда человек как будто бы в мыльном пузыре таком, информация не проходит ни туда, ни сюда. Обычно такие родители задают мало вопросов, как-то вообще в одну точку смотрят, может быть, кивают потихоньку, потом переспрашивают, да, как раз вот эта история про то, что взаимодействовать с этим миром сейчас настолько страшно, что психика просто берет и ставит такую стену. Да, это тоже неплохо и нехорошо, здесь нужно родителю помочь адаптироваться. Ну и, конечно, да, вот после этой первой шоковой реакции здесь может быть очень разное взаимодействие с этими родителями. Есть определенные сложности, есть родители, которые очень включены, есть родители, которые, наоборот, да, отстраняются от ребенка или от общения с врачом. И, в принципе, мы должны быть готовы к любой из этих реакций. Ну а вот когда родители находятся в этой шоковой реакции, задача врача — это все-таки достучаться до родителя, донести ему эту информацию. Как вот тут себя вести? Ну, именно если мы говорим про вот этот шок, ступор, да, или реакцию «замри» по-другому, я бы не сказала, что наша задача достучаться прямо как можно быстрее. Мы должны понимать, что если эта защита возникла, она зачем-то нужна. Если мы попробуем ее пробить и сказать: «Вы понимаете, ваш ребенок умирает, да, придите в себя», мы можем человеку настолько навредить, что он вообще развалится, да, мы получим там истерику, да, или какую-то еще такую реакцию и так далее. То есть, с одной стороны, мягко и спокойно пытаться донести информацию, конечно, да, мы говорим: а, ну, они в шоке, да, что с ними вообще разговаривать? Да, безусловно, нет. Но и не пытаться вот именно продавить, разрушить эту защиту. Нужно какое-то время родителям, кому-то нужен час, кому-то нужны сутки, кому-то нужна неделя для того, чтобы из этого состояния, в принципе, выйти. Но чаще всего это непродолжительные реакции и, ну, условно говоря, принять их и разрешить этому родителю справляться так, как он сейчас может. Наверное, вот так. Ну, то есть на первую реакцию мы стараемся не принимать на свой счет, если, например, родители начинают агрессивно себя вести по отношению к вам, понимать, что вы, ну, грубо говоря, сейчас попались под горячую руку, просто нужно выплеснуть как бы вот эту боль. Это очень обидно, конечно. Ну, безусловно, но, к сожалению, не вы виноваты в том, что случилось с этим малышом. Просто сейчас человеку нужно действительно выплеснуть вот эту эмоцию. И, к сожалению, достается врачу. Может быть, родитель будет в шоке, просто апатично, не слышать вас. Но нужно, наверное, действительно подождать. Попробовать спокойно донести информацию без нажима, надавливания. Без раздражения, да. Что же они такие, не слушают, не понимают, переспрашивают. Да, так и есть. А вот как со стороны родителей? Вот мы разобрали шоковые ситуации. Если дальше родитель уже включился в ситуацию, как он проживает? Ну, здесь, наверное, да, о каких-то еще реакциях поговорим. Но, в принципе, любое вот такое вот сильное стрессовое состояние, когда планы этой семьи разрушены. Ну, предположим, да, если мы говорим о преждевременных родах. А в любом случае, несмотря на то, что ребенок жив и, может быть, выживет, да, может быть, все будет и не так уж плохо, но для родителей это вот та самая символическая утрата, я уже упоминала ее на прошлых вебинарах. То есть ребенок-то есть, но определенные надежды и смыслы утеряны, да, то есть о том, что он будет здоровым, о том, что иногда женщины очень горюют о том, что вот у меня не будет вот этой красивой выписки, да, и так далее. Я вот какая-то неправильная, я выходила из роддома одна, а мой ребенок остался в реанимации. Да, и все это не может не повлиять. И проживается эта ситуация очень часто похожим образом, как на любое другое горевание. Да? То есть вы можете столкнуться с торгом родителей, когда они задают бесконечно вот эти вопросы. А если вот вы сейчас будете лечить вот так, или а если мы там, не знаю, какой-нибудь препарат достанем, он же будет у нас полностью здоров? Либо же, да, в прошлое, да, вот, а если бы я там, не знаю, предприняла какие-то действия, пила препараты, совершила процедуры, там, да, вот, не знаю, шейку матки, да, зашили бы мне, этого бы не произошло, да, то есть эти все вопросы, они могут быть точно так же заданы врачу, то есть как будто бы вот женщина пытается разобраться. Это может быть тот же самый, да, стадия гнева, стадия агрессии, когда она злится на этот мир, на саму себя. Вот здесь очень часто у нас чувство вины, конечно, у родителей, у мамы, они очень часто обращаются с тем, что считают себя виноваты в том, что случилось. Они иногда этим делятся с врачами, иногда нет, но это присутствует практически всегда, даже несмотря на то, что женщина там и так предприняла все, что могла, да, и ни в коем случае этого не хотела. То есть эти реакции мы тоже можем наблюдать. Может быть, и гнев вот на мир, на этих там, да, каких-то женщин, которые
пьют, курят и рожают здоровых детей, mm-hmm. и ничего с ними не происходит. Это может быть и депрессивная стадия, да, то есть особенно если ребенок длительно находится в реанимации, это уже там не день, не неделя, да, месяц, два, три и так далее, да, такие бывают ситуации, то есть когда женщина демонстрирует нам симптомы депрессии, может быть, не в самой острой форме, но она действительно, вопросов становится меньше, да, она такая вот достаточно апатичная и так далее. С одной стороны, это нормативная стадия для горевания, особенно, да, с очень тяжелым ребенком. С другой стороны, нет никакой гарантии, что это состояние не перейдет в клиническую депрессию, не потребуется какая-то дополнительная уже помощь специализированная. В целом, говоря, да, это те же самые реакции. А есть какие-то моменты, по которым врач может понять, что родителей уже нужно отправить к психологу, что она, мамочка там, допустим, уже не справляется сама? Ну, во-первых, да, если как раз на стадии депрессии вы замечаете, что слишком тяжелое состояние, да, то же самое, что я вот описывала на прошлой лекции, да, симптомы депрессии, они ярко выражены, она у вас говорит, что она не спит, ребенок здесь, да, она, например, едет домой на ночь, навестив его, и говорит, что и дома не может спать, да, и так далее, mm-hmm. то есть, условно говоря, те же самые симптомы. Если реакции вам кажутся затянувшимися, то есть, условно говоря, да, вот может быть и стадия отрицания здесь, когда женщина говорит о том, что нет, мой ребенок выберется и будет совершенно здоров, мозг его восстановится и так далее. Вот я читала, что мозг очень компенсаторен в первый год жизни и так далее. И, условно говоря, не хочет слышать, не понимает, что, ну, к сожалению, да, там полностью исцелить этого ребенка невозможно. Будут какие-то особенности, если он выживет. И это не один и не два раза, да, то есть понятно, что в первые моменты она должна говорить, ну как же, да, надо что-то сделать, да, надо его вылечить. А это длится, например, месяцами. Да, ребенок mm-hmm. ухудшается, но мама при этом, ну, не выходит из стадии отрицания, предположим. Это тоже должно насторожить. Реакции, которые врачи очень часто пугаются, как раз направляют к психологу, которая, напротив, является абсолютно нормальной. Это слезы. Да, такая простая вещь, как слезы вот этой мамы. И, конечно, когда врачи говорят, что не надо устраивать истерику прямо рядом с ребенком, рыдать, причитать и так далее, да, в какой-то степени это верно. Действительно, дети там в определенной степени все чувствуют. Но, в принципе, запрещать маме плакать обычно имеет обратный эффект. Да? То есть женщина это копит. Но врачи же сказали, что нельзя, да, я должна быть сильной ради ребенка. И это может обернуться тем, что настолько скопившегося стресса его станет так много, что он как раз выльется в какую-то неожиданную вообще истерику, достаточно сильную, нервный срыв у этой мамы и так далее. Да, поэтому если, выйдя от ребенка, да, и услышав еще, может быть, какие-то не очень хорошие новости, там, какое-то ухудшение или что-то еще, мама у вас плачет, да, это как раз абсолютно нормальная реакция. Не стоит ей запрещать, лучше предложить ей, да, какое-то уединенное место. Ну, обычно в каждом отделении что-то такое есть. Часто мама общается в комнате для сцеживания, очень друг друга поддерживают, например. Или же пригласить психолога, да, для нее. Но помнить, что это как раз вот реакция скорее нормальная для женщины в такой ситуации. Когда у вас, наоборот, бодрая, с прекрасным настроем женщина, ребенок все хуже, да, вот здесь mm-hmm. это скорее говорит о том, что она не очень адекватно воспринимает ситуацию. Mm-hmm. А есть разница, как проживают такие события мамы, которые остаются рядом с ребенком, и те, которые выписываются домой и вот ездят в больницу? По-разному они проживают? Или... Ну да, здесь действительно зависит очень от отделения, какие есть условия. Ну, бывает такое, что условия есть, но женщина сама не хочет оставаться на ночь, да, например, с ребенком, или в принципе его посещать. Сказать, что это вот прямо сколько часов, возможно, посещение напрямую зависит на, влияет, да, на реакцию мамы, наверное, тоже будет неправильно. Здесь все очень индивидуально. Бывает такое, что женщина говорит о том, что может простоять рядом с ребенком там одну минуту или пять минут, да, что ей очень больно, очень тяжело видеть его в проводочках, вот это все пищит, она начинает рыдать, убегает оттуда и так далее. Да, кто-то, наоборот, хочет как можно больше оставаться рядом, да, вот это такой вот ощущение контроля. Здесь скорее, в принципе, имеет значение то, что вот это вот материнство, да, которое
что предполагать, да, когда ребенок рождается, заботу и уход о нем. То есть, да, если я стала мамой, значит, ну, я должна какие-то действия предпринимать. И что очень ранит самих родителей, да, то, что у них, по сути, вот эта функция ухода за ребенком, она переходит врачу, да, какого-то контроля и так далее. Поэтому, вне зависимости от того, насколько приходит эта мама, на 5 минут, на час, или она вообще остается с ним рядом там, максимально много, со стороны врача очень важно поощрять ту заботу и тот контакт, который в данный момент возможен. Кто-то боится даже дотронуться, да, до ребенка, а вдруг я ему наврежу. Да? И очень важно, если врач или медицинская сестра, да, расскажет, что нет, вы можете его трогать, это важно ему чувствовать вас. Да? Вот так мы обрабатываем руки вначале, да, вот теперь мы это открываем аккуратно. Вот вы трогаете там свою доченьку, сыночка. Да? Это про сохранение грудного вскармливания для ребенка. То есть, опять же, для мамы это ощущение, что она что-то для него делает. То есть самое страшное здесь вот это бездействие. Я стою и просто смотрю. Я ничем не могу ему помочь. Поддерживаем любые варианты, как она может ему помогать. Сохранить молоко, дотрагиваться. Может быть, через время какой-то самостоятельный уход, да, учиться его мыть самостоятельно, подгузник менять и так далее. Вот это для родителей бывает очень важно, что они не сторонние наблюдатели, что они все равно родители. Ну, то есть эта реакция очень индивидуальная, но со стороны врача важно поддержать любое общение матери с ребенком, даже если она пока что короткая, но сказать ей, что она молодец, что она делает все правильно, для ребенка это важно, и для нее тоже. Да, это бывает очень страшно женщине вообще там находиться, самой что-то делать, да, и здесь как раз врач, который поддержит, что так можно, и что это важно для ребенка, действительно может помочь. То есть в некоторых случаях буквально говорят о том, что я хочу завершить грудное вскармливание, потому что если вдруг он все-таки уйдет, да, этот малыш, что мне будет еще больнее. Или я не хочу к нему ходить, я вот привяжусь к нему, да, и тогда, опять же, мне будет больнее. Да, здесь важно объяснить, что, к сожалению, ровно наоборот, те женщины, которые отказались от контакта и не побыли с своими детьми столько, сколько было возможно, потом очень сильно как раз себя винят, да, что они не воспользовались этим временем и так далее. Да? То есть, опять же, здесь поддержка от врача может быть ключевой. Ну что ж, мы, наверное, обсудили то, насколько важно врачу, во-первых, с пониманием относиться к подобным родителям, к мамочкам, потому что они действительно находятся в очень тяжелой ситуации, возможно, самой тяжелой в их жизни, и их реакции, и будь это агрессия или, наоборот, отрицание, они нормальные, нужно подождать, пока они придут в себя, смогут эту информацию обработать, понять, и дальше очень аккуратно помочь этой мамочке выстроить общение со своим малышом в любом формате, 5 минут, или она будет с ним час стоять, сколько она может, сколько ей комфортно, поощрять это, помогать ей и действительно поддерживать просто вот в такой тяжелый период. Да, конечно, все так и есть. И, естественно, да, это, конечно, дополнительная нагрузка на врача. Но здесь надо понимать, что врач становится действительно очень важной ключевой фигурой для вот этой конкретной семьи, которая сейчас проходит через такое испытание. Иногда буквально 5 минут вашего времени, которые вы действительно поговорите с мамой, не просто сообщить информацию о состоянии ребенка, да, обратить внимание на то, как она взаимодействует, с чего она боится и так далее. Эти 5 минут могут на самом деле компенсировать потом очень много других сложностей, да, ее излишнюю тревогу, излишнее переспрашивание, да, или, наверное, какие-то еще такие сложности. Поэтому, обратив на это внимание, не только помогаете самой маме, но и устанавливаете хороший контакт, снижаете уровень тревоги и, соответственно, нагрузку на вас или на других специалистов вашего отделения. Спасибо большое, Елизавета Ивановна. Мне кажется, это очень важная тема. Действительно, как общаться с такими пациентками в очень сложной ситуации. Я надеюсь, что многие врачи нас услышали, и если им придется общаться с подобными мамочками, они будут помнить о тех важных факторах, которые мы проговорили с вами. Спасибо большое вам за внимание. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете их написать в окошко «Вопрос лектору». Мы обязательно вам ответим, и до новых встреч! Спасибо большое за внимание.